В Одессе проходит региональный турнир по боксу среди школьников. На ринге встретились 107 участников из Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Региональный турнир является основным этапом отбора сильнейших боксеров региона для участия в предстоящих чемпионатах Украины. Приехали школьники из Херсона, Херсонской области, Николаевской области и из Одесской области нашей. Мы рады приветствовать их здесь у нас в городе Одессе. Мы, как всегда, гостеприимны. Ребята, которые выиграют на этом турнире, победители попадут уже на всеукраинский турнир по боксу, который будет проходить в Затоке. К нам приехало 107 участников. Как всегда, федерация развивает бокс. Большое хочу спасибо сказать тренерам, которые привезли ребят. И отдельно поблагодарить Сергея Васильевича Акивалова, который поставляет нам всегда свое плечо и помогает развитию бокса Одесской области. А ребятам хочу пожелать побед легких и продвигаться по спортивной лестнице. В боях участвуют школьники до 14 лет разных весовых категорий. Уже в первый день тренеры отмечают высокий уровень поединков и значительный профессиональный рост многих спортсменов. Вся Украина у нас разделена на 8 зон. И в каждой зоне проходят вот такие вот региональные чемпионаты Украины. По 2 человека с каждого веса, каждого региона попадают на финал чемпионата Украины, после которого уже попадают на чемпионат Европы. То есть это один из первых этапов отбора к чемпионату Европы. Юные боксеры готовились к турниру заранее, за несколько месяцев. Многие участники пришли в спорт не так давно, но уже показали высокий уровень подготовки. Я занимаюсь боксом 1,5 года. Почему мне именно важен этот турнир, так как это, так скажем, визитная карточка на чемпионат Украины? То есть люди стремятся к высокому, они идут через эти пути для того, чтобы попасть на Украину, после на мир, поправка, на Европу, на мир и на Олимпийские игры. Я первый раз прошел на регион, обычно на области проигрывал, сейчас прошел. Не хочу упустить свой шанс, но хочу на Украину попасть. Тренировался все-таки каждый день. Хочу выиграть.